Здравствуйте, с вами Мусулега Елена. Сегодня я приготовлю рулет из лаваша с сельдью. Пропустить филе одной сельди через мясорубку. Нарезать зеленый лук. Смешать 150 грамм сырка и 4 столовые ложки майонеза. Смазать два лаваша. Натереть на мелкой терке две картофелины. Выложить сельдь и посыпать зеленым луком. Свернуть лаваши в плотный рулет. Завернуть в пищевую пленку. Настаиваем лаваш в холодильнике не менее 3 часов. Нарезаем на порционные кусочки и можно подавать к столу. Смотрите мои рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Мусулега Елена. Пока!